Сегодня контактная группа и ее рабочие подгруппы по урегулированию украинского кризиса соберутся в Минске впервые после парижской встречи лидеров нормандской четверки. Обсуждать будут итоги переговоров глав России, Франции, Германии, Украины и условия реализации достигнутых договоренностей. Прежде всего, речь о комплексном выполнении политических пунктов. Необходимо устранить противоречия по срокам проведения выборов в районах Донбасса, не подконтрольных Киеву. Данный вопрос напрямую связан с принятием специального закона об особом статусе этих территорий. Добавлю, последняя встреча контактной группы неделю назад оказалась наиболее продуктивной за долгое время. Было парафировано соглашение об отводе вооружений калибром до 100 мм. Наблюдатели ОБСЕ уже подтвердили, что процесс начался. Так, в последнем отчете зафиксирован вывоз 30 основных боевых танков ЛНР из трех районов до линии разграничения. Что касается украинской армии, то на данный момент командование ознакомило миссию с деталями маршрута для вывода танков.